замерзла на балконе, пришла, а кисонька сразу на меня легла и греет меня. Моя радость, моя красоточка. Ты там покушала? Люсечка, покушала? Лапки, лапки. Моя девочка, мое солнышко любимое. Моя красавица, ты сонненькая, китаёза моя. Сонненькая девочка золотая. Моя кошечка, моя. Породистая или не породистая, какая разница? Она же любимая, носик сердечком. Моё солнышко золотое, моя красавица. Самая красивая девочка в мире. Луночка, где Хора? Хора, где Хора? Хора. Дома Хора, сейчас пойдем к Хоре. Ну, я пойду. А ты дома? А ты дома? Подруга размораживала холодильник, притащила мне там зелень, что-то, чтобы не испортилось. Надо ей отнести. Лапки. Моя любимая кошечка. Моя красавица. Привет, моя любимая. И с этого телефона надо видосы загрузить. Вот утреннее, которое я сняла. И сейчас хочу стих вам прочитать. Все всегда во благо. Холод и жара. Грусть и ликование, все бессмертный Ра. Нищета, богатство, ступор и полет — это Бог единый в нас с тобой живет. Все, что ум присвоил, просто отпускай. Не ведись на блески, лишнее отдай. Ты судья. Преступник, Цой и Будулай, слабых всех заступник, ты и ад, и рай. Все всегда во благо, и ошибок нет. Все ошибки, опыт, всем играет свет. Ум не видит полной картины бытия. И не понимает, что стих пишу не я. Моя птичечка, она меня лапкой так трогает. И как будто бы пальчиками массажирует. Вот такой стих у меня написался, мои любимые. Ой, господи, неудобно. И поставила такую картиночку прекрасную. И поставила прекрасную, тоже чудесную просто. Все уже перемоталось. Куда перемоталось? Мелодия, несущая любовь. Очень-очень красивая. Уже 35 моим друзьям понравился. 6 человечков написали комментарии. 4 себе взяли и 195 посмотрели. Златочка моя. Прислала такой смайлик. Любовь. Александра написала. Как здорово, что всегда во благо. Что все всегда во благо. Что есть испытания, проходя которые, можно снова и снова гордиться своей человечностью, своей искренней душой, своим бескорыстием. Преданным своим искренним ценностям, которые не материальны. Подожди, Кисунь, ты же зацепилась. Подожди, опа. Все, отцепила. Но самые ценные. Все испытания нам во благо, и им мы скажем благодарю,
от благодарных нас. Да, Сашенька, спасибо за комментарий. Надежда Ребрикова тоже прислала. Люблю. Сердечко. Спасибо. Наденька, Наташенька Крутицкая написала. Прекрасно. Прислала вот такую прекрасную картиночку. Смотрите. Хочу на море. Хочу на море, не могу. Что-то я уже наела зимы. Татьяна Светлая прислала. Вот такое сердечко. Просто супер. С голубочком. Там, видите, голубочек. Спасибо, Танечка. И Светлана Шешина прислала тоже такой смайлик с сердечками. Столько любви, девочки мои любимые. И мальчики. Очень-очень вас всех люблю. Вот, прочитала вам стих. Пойду к Харите. И загружу эти видео на этот самый. На ютубчик. Люсь, ты где? Люсь! Пойду посмотрю, поела или нет. Та-та-та-та-та-та-та. Весь подоконник опять в корме. Нет, а что ты не ешь? Кушай, Люся. Настала сухой корм только жрать. А этот как-то без аппетита. Что ты с подоконником сделала? Я ж только все понамывала. Понамывала там всю посуду, все поначищала. Здесь все повылизывала. Уже подоконник весь в корме. Чё? Люсечка, чего? Кушай. Кушай, моя девочка, кушай. Кушай. Смотри, какая кися у тебя тут. Смотри, кися. Кися. Да ладно, у тебя пошла я. Мордюся. Вон на батарейке тепленько. Ложись. Отдыхай. Что-то не очень она это с огромным аппетитом. Так. Подъезд чуток. Подъезд, подъезд. И все. Давай я тебя открою. Будешь в окошко смотреть. Смотри в окошко. Кто там? Да не надо это трогать. Ну, зараза же. Куда это деть? Смотрите в окошко. Не надо тебе это. Капец. Не знаю, куда это убрать, чтобы она не грызла. Убрала. Люся! Ёшкин кот. Вот что убрала. Кушай, на. Кушай. Кушай, сказала. Не с подоконника поднимай, а с мисочки ешь. Дурында. Ой, дурында. Все, я пошла. Не скучай. Скоро приду. Взяла зелень Юлькину. Целую кучку. Взяла ей сахар. У нее нет вон в баночку. Взяла приправы. А там зелень, что у нее, даже не смотрела. Так сверху видела. Лук зеленый, потом какие-то эти. Тыква, еще что-то. Ой, я же закрыла. Знаете, тут так закрывается вот эта фигня. Смотрите. Раз. Чтоб не было тут в этот самый видно. Чтоб никто не заглядывал. Все так продумано. Давай, Люся, открывайся. Пойдем. Пойдем. Целый мешок. Зелени. Все, холодильник. Разморозила. Молодец. Юнаха. Ой. Давайте хоть поздороваемся, моя любимая. Доброе, прекрасное утро. Времени не знаю, может уже что-то около 10 или около того, может 9:30. Все белым-бело. Красота.
А здесь внизу стоит такая баночка. Смотрите, добрые крышечки. Поможем детям вместе. И там собирают крышечки всякие. Ха-ха, прикол. Добрые, это хорошо. Добрые, добрые. Добрые, добрые. Правда, 7 градусов, это не 25. Идешь, нет колючек в носу. А мне девочка вчера написала из Геленджика, говорит, а у нас 18 вчера было, а сегодня 20, тепла. Ой, обалдеть! Вот, и сняла мне своих деток, прислала фотки. Они там в футболочках катаются. На самокатах. А у нас что-то зима и зима. Зима и зима. И сейчас чувствую, опять снег пойдет. Ну так, по ощущениям. Не прекращается это. Снеговерть. Снеговерть. Я все какие-то слова новые придумываю. Они, конечно, сами... придумываются. Воробьи, голуби, что вы тут, ребятки, что вы тут бегаете? Ну бегайте, бегайте. Ой, такая кривая дорога. Что мы тут понастроили? Ира идет проверяющая участка. Бригадир. Ничего толком не настроили. Ну что-то ИБД было очень сильное. Там много человек. Что-то там этот обслуживает свою тарантаску. Раблампы. Ой, не могу. А хрен его знает, что он трубку не брал. Не хотел и не брал. Может, ты ему не нравишься. А может, просто так. Может. А может быть, корова. Ну, тоже хорошо. Там как светик красиво светит. И люди гуляют. А светик такой бело-бело-бело-бирюзовый. Очень классный. А что он трубку не брал? Я ему звонила. Кто же это может знать, кроме него, которого не брал? Ой, как там моя подружка? Подружка дней моих суровых. Девочки, Дед Мороз. Девочки. Хуритка там стонет. Чё ты выключился? Я ж ещё тут стою. Ты чё, меня не видишь? Светик! Семицветик! Ты что, меня не видишь? Светик, семицветик! Девочка пришла проверить сейчас подарочки. Заходи, Люся, заходи! Быстрее! Гостеприимная хозяйка! Какая ты, Люся, гостеприимная! У меня хозяйка! Давай! Ирочка пришла! Подарочки принесла. Да не прыгаешь на телефон. Люся. Люся. Будь здорова. Как корова. Плодовита, как свинья.